Всем привет, дорогие друзья, с вами Снэкшок. И сегодня мы посмотрим, как скачать Майнкрафт из ВКонтакте. Набираем Вот мониторинг серверов Майнкрафта, 3D онлайн игра. Запускаем. Вот здесь есть список серверов, давай сервер, рекламирую сервер. Скачать Майнкрафт, нажимаем скачать Майнкрафт. Допустим, 1.4.7. Набираем 6. Ну, что на картинке набираем. Вот набрали. Переходим по этой ссылке, у нас скачивается файл. Ну, я его уже скачал, и вот он. Запускаем его. Нажимаем запустить. Далее. Установить. Так. Устанавливается. Вот, готово. У нас появляется вот таких два значка. Лицензия и пиратка. Лицензию можно сразу удалить. Запускаем пиратку. Здесь обязательно надо поменять логин. Допустим, загружаем. Так вот, одиночные. Здесь можно еще по сетевой играть, но надо прямое подключение. Там, где я вам показывал, вот, список серверов. Отсюда можно взять, допустим, запускаем это, и вот адрес сервера, по нему переходим. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем пока.